Пожар в жилом доме на Каролинского. В среду около 9:30 утра на телефон спасателей поступил сигнал о возгорании в многоэтажке. На место выехали 5 экипажей, в том числе автолестница. Помощь спецтехники не потребовалась. Люди сами сумели покинуть горящую квартиру. По предварительным данным, возгорание началось на кухне на площади около 10 квадратных метров. Обгорели стены. Развиться огню не удалось. Причины пожара установят дознаватели.